Орлова Валентина Георгиевна. Родилась в 23-м году. Когда началась война, работала в тульских госпиталях, а с мая 43-го санинструктором в танковой бригаде. Принимала участие в битве на Курской дуге, воевала на Украине, в Польше, в Германии, в Берлинской операции, участвовала в штурме имперской канцелярии. Мы начинаем вот 22 июня 41-го года. Ну. Хотели бы сделать в этот день, и какие вот планы были ваши личные, были войной нарушены? Я в это время работала пионер вожатой в лагере под Тулой. Я каждый раз в час отдыха я вот выходила гулять. А сколько же это время было? Это где-то 12 часов, вот так вот. Ага. Час отдыха. Первый час. И, значит, гуляю и вижу, из города идут вот деревенские женщины с бетонами, ну, уже пустыми, молока там или с продуктами, что купили они, идут и плачут. Я подхожу и спрашиваю. Они говорят: доченька, ну ты разве не знаешь? Война же началась. А вы в каком классе уже в это время учились? Я 10 классов заканчивала. 9 классов я закончила, а 10 класс мы заканчивали уже во время войны. Все ребята, с которыми учились, ушли. Все добровольно. И я добровольно, да. Но меня не брали. Вот не брали, не брали, не брали. Ходила в военкомат, не брали. А один раз пришла, они так как-то хитро улыбаются, смотрят на меня, хитро улыбаются и говорят: ну, ты хочешь воевать? Я говорю: давно прошу отправить меня. Все шутила все время: без меня и победы не будет. Да. Такая была энергичная. И разговор сложился таким образом, что, значит, очень странно для меня. Задавались такие вопросы, ну вот, мол, дескать, трудности, лишения жизни, он там не есть 2 дня, там вот грязь, по грязи ползти нужно, да. То есть все вот так вот, сырой окоп, вот, а в нем нужно сидеть там день-два. Вот как? Выдержите? Или лучше отказаться? Ну, я так понимала, пусть и молодая была, она и понимала, как что-то сгущаются краски. Но я задала такой вопрос: вы что, меня испытываете на стойкость или как? Вы говорите мне все сразу, как это положено говорить. Ну, и мне больше не стали задать вопросы, и говорит: подумайте еще сегодня день, предупредите родителей, и с вещами приходите завтра. Я маме сказала, что вот я уеду с госпиталем, ненадолго уеду с госпиталем. И уехала. А уехали не с госпиталем? А уехала я именно в разведшколу, которая располагалась на Дону, под Калачом, на хуторах. А, то есть вы учились-то? Мы учились, мы изучали карту, топографию, компас. Были психологические занятия, политические занятия были. И были, ну, как бы вам сказать, артистические занятия. Ну, вот как себя вести вот в том случае? Вот вы попали к немцам в плен. Вот как себя вести? Во-первых, мы, дав присягу, ни одного дня мы не ходили в военной форме. Нам было запрещено козырнуть. Запрещено. Нас одели сразу в красивые гражданские платья, в туфельки, все. И мы по этому хутору ходили, как приехавшие отдыхать. А там были только девушки или... В нашей части, вот в нашей, где я занималась, девушки только были. Вот. И задача наша была, это короткая задача, маршрутники. То есть мы прибываем в часть... И нас через линию фронта припровождают. И там мы, значит, собираем разведданные, возвращаемся. Вот такая была поставлена для нас работа. Ну и вот нам было предложено либо идти в действующую часть, либо домой. Как хотите. У меня сразу возникло такое мнение, что домой... Мне просто не то что
Ну, просто невозможно вернуться. Я столько времени добивалась быть на фронте. Здесь представляется возможность именно на фронт попасть. Да я сразу согласилась на то, чтобы только на фронт. Нас, значит, в Камышевский запасной стрелковый полк. Было нам сказано, что мы имеем такое право просить себе, ну, как бы любую должность, вот, на устройство. Я почему-то с самого начала, как и хотела, так и продолжала свое желание исполнять на передовую. Ну вот, и попала я во вторую танковую армию. Там командиром был Теляков. Уже такой, по нашему возрасту, пожилой человек. Ну, может, ему там и было где-то 30-40 лет, да. Я считала, что это пожилой человек. Угу. Чем-то был, вроде, на папу похож, с усиками. Вот. Вот он меня очень уговаривал. Ну, куда тебе такой пигалице? Ну, куда тебе на передовую? Ты что, там не знаешь, что убивают? У меня дочка в Москве живет, Люба. Я как представлю, что вот моя дочка туда. Да и потом. Ну, ты посмотри, какая-то пигалица-то. Что ты можешь сделать-то, скажи? А я говорю, вытаскивать раненых могу. Он говорит, ну, что ты мне доказываешь? Я потихонечку подошла к нему вот так вот и взяла его вот так и себе на бедро. И приподняла. Я говорю, вот и потащу. Он, ну, ты, говорит, храбрая. Во всяком случае, меня в бригаду. В то время она была 164-я танковая бригада. А в бригаде и вовсе со мной не стали разговаривать. Там был Копылов, который женщин ненавидел. Он говорит, если женщина сядет на танк, этот танк будет тут же подбит. Он женоненавистник. Матершинник был вот такой. Из бригады я в батальон попадаю. Mm-hmm. А уж из батальона куда первей-то? В роту. Вот в первую танковую роту, 360-ю. И вот все это вот как раз подоспело Орловско-Курской дуге. А вот уже 5 июля было первое боевое крещение. Атаки были, конечно, неимоверные. По 3-4 атаки в день. Бомбежка была ужасная по всему нашему переднему краю. И вот люди не выдерживали. Выскакивали из вот окопов, потому что уже было такое перенапряжение психическое. А они на Бреющем их расстреливали. Честно скажу, конечно, боялась. Еще как боялась. А еще больше боялась, чтобы не показать вид, что я боюсь. Потому что мужчины рядом сидят. Если уж я испугаюсь, то они еще больше испугаются. И вот у меня такое понятие было, что даже ради этого я не должна показать вид, что я боюсь. А сколько приходилось? Не считали, сколько приходилось в день выносить раненых? Да ну что вы. Вот вы знаете, что... Я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Но в голову не приходило считать. Вы понимаете? Вот, ну, не приходило. Еще больше нужно сказать так вот, что больше оказывалась помощь пехоте. А из горящих танков приходилось вытаскивать? Если начинает гореть танк, первый попрыгивает всегда командир в свой люк. Ну, да. Во второй люк, как правило, выпрыгивает заряжающий. Но если танк пристреленный, то пуля его. Водитель выбрасывается в свой первый танк, этот люк, перед ним он. А радист, либо он в нижний люк должен, если там землей не за гусеницы, как вот загребет землю, и приваливает. И поэтому уже радист следом за водителем, механиком выпрыгивает. Если не пристрелено это место, то, значит, все, он выпрыгивает, и ему даже и помощь не нужно оказывать. Поэтому
Вот я не случайно говорю, что больше приходилось помогать пехоте. Танкист либо выскочил, так, либо он остался. И вот был такой момент, когда командир танка Витя Агиевич попал в снаряд, загорелось. Значит, он выскочил. Но у него было лицо обгоревшее, руки обгоревшие. Хозяйка, куда мы притащили к дому, она и говорит, нужно достать гарное масло, это лампадное масло, угу. Да, вот сметану свежую или сливки, да, и внутренний гусиный, обязательно гусиный жир. И я пошла по деревне. Деревня-то саморазбитая. Кто остался жив, тот все в подвалах сидят. И вот что значит русский народ. Вы понимаете, я собрала все это. Гарное масло дала хозяйка. От иконочки сняла, там от лампадочки слила. Там и это было, может быть, полстаканчика. Сливки соседи дали. Но вот гусиный жир очень долго искала. И пришла к одной, а у нее ходит гусь на, ну, как они, во дворе или на базу, они еще так называют. И я смотрю на этого гуся, объясняю. И вот засмущался человек, и гуся жалко, а солдата еще больше жальче. И вдруг она, видимо, вспомнила, что ли, что вот у соседки вот недавно там что-то было такое, и, может быть, у нее что-то есть. Мы с ней вместе пошли туда. И там тоже было не так уж много нужно. Сколько-то нужно, столько дали. И вот из болтушку вот эту вот устроили. Вот намазали все обгоревшие места. И вы знаете, где-то через неделю даже рубцов не осталось. Вот какой этот рецепт полезный. Был такой случай. Уж он очень такой запоминающийся и даже последствия имел. Был обстрел. Ну, я в какую-то там бомбовую эту самую воронку прыгнула. Ну, кончился этот обстрел. И я, значит, иду к себе на командный пункт. Иду и раненый. Раненый в пятку. Попал осколок, и пятку развернула ему. Ну, я ему оказала первую помощь, а идти-то он не может, прыгает. Ну, за плечо держится, попрыгал. Ну, сколько же можно вот так прыгать-то? Я говорю, садись на спину, я тебя понесу. А он высотой на целую голову выше меня. И то, что надо. Крепенький. Хороший солдат. Он испугался даже, что как это можно на меня, на такую маленькую, и вот так вот это. А сколько у вас росточку тогда было? Ну, наверное, столько же, сколько сейчас. 52, наверное, 50. Ну, пусть я сейчас пониже стала, ну, пусть 55 было, но не больше же. Угу. Вот. И он никак. Я говорю, да садись ты, да садись, я тебе вот так вот под руки возьму, под ноги, вот так вот. Никак. Ну, я ругнулась на него. Что, я тебя брошу, что ли, здесь? Садись сейчас же. Ну, значит, вот он там руками вот здесь за шею мне, а я его вот так вот под ноги. А местность там такая перекатистая. Вверх-вниз, вот так вот. И вот так мы идем. Сколько-то пройду, остановлюсь. Сколько-то пройду, опять остановлюсь. И вот и шли. И с меня не пот, а соленый пот. У меня потом гимнастерка вся такая колом стала, сколько с меня вышло за это, пока я его несла. Вдруг навстречу бежит парень, санитар, и говорит, это наш. Вот из 34-й. Ну, я говорю, бери. Отдала и пошла. А через сколько-то времени меня вызывает командир вот этой вот части. Вот он говорит, я наблюдал в бинокль, как ты несла. Если бы я сам этого не видел,
Я бы в жизни никому не поверил, что такая пигалица может такое сделать. Я тебя представляю к награде, красной звездочке. Я говорю, нет. Ни за что. Он так на меня смотрит и говорит, что ж тебе, к ордену Красного Знамени, что ли, представлять? Я говорю, да нет. Дайте мне медаль за отвагу. И вот она, есть эта медаль. Первая, я ею горжусь. Я вообще на Курской дуге посчитала себя человеком состоявшимся. Понимаете? Я поняла, что я нужна. Мало того, что нужна, я могу. Вот это для меня было важно. Вот такие семейные вот отношения, я имею в виду именно отношения вот, фронтовые. Когда уже знаешь друг друга и тебя знают. Жизнь есть жизнь, понимаете? И женщина на фронте все равно женщина. И все зависит от того, и зависело, что она могла позволить себе. Вот позволяла она себе вольности, значит, так и шла жизнь. И оканчивалась обычно тем, что она возвращалась домой мамой. Если человек считал, что этого делать не надо, или не время, или как угодно называйте, и не позволял себе никаких вольностей, никто насилие не применял. Да, друзья, да, берегали, да, ухаживали, может быть. Может быть, немножко флиртовалась. Может быть. А подарки дарили? Были такие случаи. Ну вот, например, мы стояли... Вот в Демблин мы приехали. Был большой марш-бросок. И с марша-то встали все. Ну и легли отдыхать. Все там. Потому что здесь... По разведданным, никаких немцев близко не было. Ну, сколько было времени, я не помню, прошло. Но вот я просыпаюсь, окно открытое, а на подоконничке лежит такой внушительный букетик ягод. Да, земляники. Кто положил? Я и до сих пор не знаю. А вот ягоды лежали. Ну, конечно, были такие случаи, что, ну, там, если там какие-то цветы могли. Ну, чтобы такого вот постоянного, потому что ведь вот нас останавливаемся мы, в первую очередь роют землянку. Сказать бы для меня, оно и для меня. Но это вот наш пункт медицинский. Потому что сразу же... Знаете, как здорово получается? Вот роют куб земли, это стол. Обрывают вот так вот кругом два стула. Да, укрепляют, ставят эти самые колышки. Получилось два стула. Так, роют вот так вот, вот так, лежанку такой роют. Получилось этот, кровать. Понимаете, одной мало, ага, прорывает проход, получилась вторая. Вот это медпункт получился. Плащ-палатками этими самыми укрепляется, все. Окошечко там это. Ну, накатов много не делали, потому что спешно, быстро отрыли, побыли и поехали дальше. Мобильное движение. Так вот, не успела я порадоваться этому букетику ягод, да, как вдруг начался обстрел. Вот откуда он появился, этот обстрел? Значит, кто-то уследил, что здесь часть расположилась, да? И причем огонь минометный навесной. Прицельный. Ну, конечно, тут появились раненые, тут пришлось оказывать медицинскую помощь. И, значит, Студебекер был нагружен ранеными. А надо вывозить. А шофер со Студебекера... Ну, тоже спрятался, стреляют.
А меня когда-то, шутя ради, что ли, ну, ребята учили, как завести машину, не обязательно студебекер. Ну, я так как-то не очень прилежно к этому отнеслась и не научилась водить машину. И сейчас не умею. Не умею, правда, не умею. Вот. И кричу, шофера-то нет. Я залезла в кабинку. Что я знала, что гудок можно и стартер нажимать. Знала, запомнила. И вот я нажала стартер, эту самую, нажимаю на звук, на сигнал, да? И вдруг заработал мотор. Да? Я сама испугалась. Но еще больше испугался шофер. Выскакивает оттуда, бежит, говорит, ты что, дура, делаешь-то? Вот. Я говорю, надо вывозить раненых. Куда вывозить? Впереди там этот, через мост, он пристрелен. Я еле проскочил сюда. Я говорю, все равно вези. А за этим мосточком сразу наш медсанзвод. Куда и надо отвезти раненых, да? Я говорю, все равно вези. Я говорю, я сейчас стану на крыло с этой стороны, тебя все равно не убьет. Я же первая буду, в меня будет стрелять, а ты проскочишь. Значит, становлюсь, загораживаю его. Мы проскочили. Но я была вот такая напряженная, прям было самое страшное, честное слово. Вот. И, значит, подъехали к медсанзводу, когда надо разгружать, а я села на эту самую, на... Ну, ступенька, не ступенька, это... Подножка. Подножку. Расплакалась. Он подошел ко мне и говорит, ну чего ж ты теперь-то плачешь? Ну чего ж ты сейчас-то слезы льешь? Ну вот, видно, вот это расслабилась я, да? И получилось вот так, что слезы потекли. Вообще я не плакала. Я больше плачу тогда, когда меня жалеют. Валентина Георгиевна, а вот у всех какие-то суеверия все равно были, особенно были. У летчиков? Были у вот. Меня. И у вас, да? Да. Вот я никогда, в особенности, когда мы пришли на территорию Германии, я никогда ничего себе не брала. Даже вот часы, штамповку, и ту я не брала себе. А вот чтобы там какое-нибудь барахло, еще там что-нибудь еще. Потому что на моих глазах было несколько случаев, когда вот танк обвешан башней всякими этими вещмешками с барахлом. В него в первый попадал и горел быстрее других. Поэтому я никогда ничего не брала себе. Это вот первое мое суеверие. Так? А второй – это наш политрук. Вот тоже было интересное с ним случай. Значит, в бою он был ранен. А, еще перед самым боем он сказал это. Вот это, говорит, все. Из этого боя я живым не выйду. А вот ты проедешь на танке по Берлину со знаменами. А это еще было далеко. Угу. Вот. Но когда я вытащила, когда перевязала, когда отправила, с рук на руки живого человека, ну, подколенное ранение-то это, ну, в крайнем случае ампутирует ногу, это в крайнем случае, да? Ну, жив-то должен остаться. Я там о себе подумала, так неправда же человек. Вот. И то, что пообещал, что я по Берлину поеду на танке, тоже это все, ну, мало ли, бывает. Так вот, когда его из медсанзвода перевозили в госпиталь, почему развязался жгут? Сам ли он его развязал? Небрежно наложили ли его? Ну, кто его знает? Но только когда привезли его в госпиталь, он истек кровью. То есть он не вернулся. Политрук наш. А по Берлину я действительно, пусть не со знаменами, но на танке я проехала. Мы брали имперскую канцелярию. В ночь с 1 на 2 мая. Угу. Вот если так сказать, как для меня закончилась война, так вот этим она закончилась. Днем. Или в смысле утром. Ну, когда вот
мы заняли имперскую канцелярию, после боя-то спят люди. Вдруг к нам приезжает на мотоцикле, приезжает офицер связи. Так, и говорит. Ну, там будет, одного будет, другого будет. В конце концов, всеобщее. И говорит, война кончилась. Берлинский гарнизон сдался. Ну, никто не верит сразу. И сразу все на улицу. А как только на улицу вышли, вот, вы знаете, этого тоже передать нельзя. Это нужно ощутить. Вот я вышла, и я оглохла. Вы понимаете, оглохла. Ни шуму. Даже вот лепесточек никакой не шумит. Тишина, мертвая тишина. И вы знаете, как это страшно стало? И только потом, когда вот осознали, что это тишина, это мир, что это кончилась война, вот только тогда, вот какое-то такое сразу и страх, и радость, и, ну, необъяснимые чувства, во всяком случае. Ну, естественно, тут и кто-то в воздух стреляет, и тут кто-то обнимается, кто-то тут целуется. А приходилось выбирать когда-нибудь, кому первому оказывать помощь? Через все бои, я не могу сказать, я знаю, что ни один не остался на моем пути без оказания помощи, это я точно знаю.